Привет, мужики, кабанчик. Летняя резина у меня шла на вот таких вот красивенных 18-х дисков. Но настала зима, и мне с машиной в подарок шел комплект вот таких вот черных дисков. Честно, пока я их не поставил, я не знал, что это такой трындец. Или я не знаю, что скажете, вообще можно на таких ездить или нет? Потому что, блин, когда я их поставил, все, жизнь пошла под откос. Меня выгнали из группы кабановодов. Собаки теперь обсцекают не только диски, но и всю машину. И, блин, я за последнее время после этого не смог подцепить ни одной цыпочки на заправке. Блин, что делать? Короче, какой-то трындец. Что скажете? Не вешаться же.